Ольця Грабко, миколаївська художниця, стверджує, що малювання супроводжувало її все життя. Навчалася у першій дитячій школі мистецтв. Згодом закінчила коледж культури та мистецтв за фахом декоративно-прикладне мистецтво. Зараз викладає образотворче мистецтво у першій дитячій школі мистецтв. В образотворчому мистецтві більш за все захоплюється ілюстрацією, особливо дитячою, і сама проілюструвала декілька дитячих книг. Також захоплюється фотографією. Надихається спілкуванням зі своїми вихованцями, вірить в людей і в зміни у їх свідомості. Основою життя вважає християнські цінності. Діана Тьо вже 5 років вчиться малюванню в дитячій школі мистецтв. Бере участь в обласних та всеукраїнських конкурсах, посідає призові місця. Любить тварин, хобі, малювання, вишивання, готування, скейт. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні просто не з пустими руками. Ви сьогодні завітали до нас з листівками. Я так розумію, вони є тою головною тим способом, який буде допомагати вам втілювати вашу акцію. Давайте спочатку про неї. Як виникла ідея взагалі цієї благодійної акції «Пухнаста допомога»? Ну, вообще, это не моя идея была. Uh-huh. Идея была вот этого прекрасного человека, моей ученицы Дианы. И как-то подхватили дети ее, и мы начали как-то думать над этим. Потому что есть такой стереотип, что есть вот взрослые, есть их мир, есть дети, и у них есть свой мир. И взрослые живут в своем мире, решают проблемы, сложные вопросы, зарабатывают деньги. А дети живут в прекрасном радужном мире, у них все есть, они счастливы, смотрят на облачка и радуются жизни. Это не стереотипы, да, так уже. Да, но на самом деле нам надо понять, что мы все живем в одном мире. И взрослые дети, и проблемы, которые нас окружают, они как видят их взрослые, так же само их видят дети. Конечно, есть проблема, когда взрослые нагружают своими проблемами детей, и дети не могут просто с ними справиться. Но есть другая проблема, когда взрослые решают все сами и не допускают детей к этому, говорят, ты еще маленький, подожди, или там это никому не надо, это не актуально. А наши часы уже изменяются. Время меняется, и нам надо понять, что у детей есть очень классные идеи, очень мощные инструменты, и главная вера в то, что они могут что-то изменить, потому что на самом деле они могут менять этот мир. У взрослых есть опыт, и есть какой-то возможность спланировать, увидеть на шаг впереди, и, допустим, сам ребенок, он не может чего-то сделать, не может так же самое сделать сам взрослый, потому что, ну, нету такого уже запала. Но если мы соединяем наши усилия, то на самом деле мы можем сделать очень много и действительно изменить этот мир. И так вот получилось, что с подачи моих учеников, вообще учеников нашей школы, детской школы искусств, первое, потому что не только художники принимали участие, выпускники, которые уже учились, другие дети, вот как-то их всех это зажгло, и маленьких, и больших, и мы вот решили что-то делать. И есть такое высказывание, что для тех, кто не хочет видеть, существует достаточно тьмы, для тех, кто хочет видеть, достаточно света. Вот для нас, знаете, как, кто хочет что-то делать, для него существует достаточно возможностей, кто не хочет, достаточно того, что вот каких-то преград, да. Мы нашли возможность, у нас появилось вдохновение, и вот родился такой проект. И ось все натхнення, так? Да. Ну, Діана, пропоную тобі зараз сказати, взагалі, як у тебе виникла? Я так розумію, ти головна ініціаторка цієї акції. Я знаю, що у тебе є тварина, у тебе, ну, собачка є, так, домашня. То тобі близька така тема, ти тваринок любиш. То от розкажи, як у тебе взагалі, от з якого моменту, можливо, ти захотіла от втілити це? Нет, сначала мы просто сидели, разговаривали про то, как хорошо помогать людям, животным. Потом мы просто подумали, мы что же это можем сделать. Мы решили нарисовать открытки, продать их и этим самым помочь купить что-то, накормить животных. Потому что мы проходим мимо них, и мы хотим им помочь, забрать их себе, но мы не можем это сделать. Ну так, дійсно, але часто виникає бажання, дивишся на ту нещасну звірятку, хочеться її забрати, але все одно не завжди є можливість. Але є можливість так допомогти. Отже, ідея є. Як ви почали її втілювати? Почали малювати просто напевно ці листівки чи як? Ну, ми почали з того, що ми почали рисувати, тому що оказалось не так просто осуществити це в реальності, но так как у нас была идея, мы действительно хотели это сделать, мы параллельно рисовали открыточки, искали тех, кому мы можем помочь, потому что, ну, как бы, мы знаем, что, да, как бы, есть какие-то нюансы там, которые могут, как бы, препятствовать этому, и открыточки были уже практически все нарисованы, и мы нашли людей, которых мы знаем, мы верим в них, мы знаем, что они действительно работают вот с бездомными животными, и мы сейчас собираем денежку, у нас уже купили
чуть больше половины того, что мы нарисовали. Мы нарисовали больше 60 открыточек, 35 чуть больше уже или забронировали, или купили. У нас еще неделя, так что как раз за вторую неделю. Тобто, ось який термін у вас у дії цієї акції? Я так розумію, вже тиждень ви це вже стараєте? Так, ми взяли для себе дві неділі, в принципі, я думаю, що цього достатньо. Показали это у нас в школе, повесили объявление, рассказали родителям, выложили в интернет. Все открыточки у нас пронумерованы, чтобы везде подписан автор, возраст, кто рисовал. У нас даже с обратной стороны есть такая вот, все видно. Тобто все так продумано, да, так? Да, ну все нарисовано вручную, сзади есть строчечки, где написать пожелания, место для марки, даже наш такой фирменный логотип «Пухнаста допомога» с лапкой, сердечком. У нас видно, очень... знаєте, душу видно дітей, що діти дійсно вклали свої всі от думки, що вони хотіли передати ось цю акцію, і от все це видно на листівках. Ми спочатку думали печатати, але потім поняли, що на самом деле нарисовано від руки це гораздо круче, теплее і ярче. Нас дуже підтримала от наша школа, там, де от ми займаємося, преподаватели наші, директор наш, потім... Просто очень нас поддержали родители. Они только узнали, сразу начали сами их всех эти открыточки покупать, начали советовать своим друзьям, репосты делать по интернету. И это действительно классно. Это вот такая вот совместная работа школы и родителей. Это, наверное, вот то, чем действительно вот отличается, да, как бы какое-то стереотипное мышление, что есть школа, есть родители, есть дети, и каждый живет своей жизнью, но как-то где-то соприкасается. Вот, наверное, с помощью этого проекта у нас действительно соединились все эти моменты вместе, и поэтому я так считаю, что довольно успешно у нас идет это дело. А як щодо того, як просувається акція, от, можливо, Діана розкаже, стартова ціна, яка ці листівки, і, можливо, вже до якої доходило, чи ще ні, як це зараз? Мы сначала просто фоткали их, и она по от 30 гривен, а так покупает кто за сколько может. Чи є яка вже максимальна ціна? Ну, ми как бы сказали приблизительно, да, нашу, вот мы предлагаем за 30 гривен. Кто-то может меньше, ну, да, как бы есть возможность чуть за меньше купить. Мы берем, берут за 30 и за 50 в основном. Вот такая у нас. Тобто ось така цінова політика, так, в принципі, так, как бы мы открыты ко всему, то есть у нас нет какого-то, да, там вот только за такую сумму. То есть мы рады абсолютно любой гривне, копеечке. Мы как бы хотим на эти денежки, которые мы соберем, купить такие медицинские, ну, оборудование, которое подойдет всему, там бинтики, катетеры, пеленочки, то есть вот любое вот бездомное животное, оно попадает в больничку, как бы непонятно, какие надо лекарства, то есть каждому индивидуально. А это такие вещи, которые любому пригодится, оно всегда в обиходе и стоит денежки, и это как бы полезная такая вроде как вещь, да. Тобто, чи плануєте і далі таке щось втілювати? Тому що, я так розумію, це таке початок, і це початок завжди має продовження. Я думаю, плануємо, так? Так. Тобто ми так для себе вирішили спробувати, як це працює. Працює здорово, дуже сплачує дітей. Як-то немножко по-другому смотриш на світ, розумієш, що дійсно немає якоїсь безвихідності, ти можеш повлияти на все, где-то немножко по капельці. Я думаю, що ми далі будемо щось таке робити 100%. Ну, круто, дійсно, я зараз дивлюсь на ці листівки. Я думаю, варто все взяти, купити і перше допомогти і надіслати своїм якимось друзям, близьким ось таку красу. Я думаю, їх це точно вразить. Дякую, що завітали, дякую, що таке втілюєте в життя і продовжуєте такий рух допомоги в Миколаєві. Я думаю, це дуже круто і він має бути продовженим.